Прописка за 3 дня. Столько времени по новым правилам теперь займет оформление регистрации по месту жительства и пребывания. Об этом сегодня пишет «Российская газета». Новый административный регламент утвержден Федеральной миграционной службой. В перечне бумаг, необходимых для регистрации, удостоверение личности, заявление, а также документ, на основании которого человек вселяется или оформляет временную подписку. На временное или постоянное проживание гражданина также требуется письменное согласие несовершеннолетних обитателей жилплощади. При отсутствии необходимых документов их в соответствующих госорганах запросит сам паспортист. Главное – указать их в заявлении. Хлопот в этом случае меньше, но срок регистрации увеличится до 8 рабочих дней. Платить за прописку и снятие с учета также не придется. Четко регламентировано в новых правилах даже время ожидания в очереди. Кстати, записаться на прием к должностному лицу можно с помощью электронной системы управления очередью по телефону и даже по интернету.